Приветствую, поговорим сегодня о Яндекс.Маркете. Как начать на нем зарабатывать и как на нем регистрироваться. А вы можете посмотреть про то, как регистрироваться на Озоне. Как раз здесь ссылочка будет наверху. И получить бонусы и на Озоне, и на Яндексе. 10 тысяч на Яндексе и 10 тысяч на Озоне. И у вас тем самым будет 20 тысяч на рекламу. И вы сможете один товар продавать и на Яндексе, и на Озоне одновременно. И в большом количестве. Это все есть на моих уроках, вы можете это все посмотреть. А сейчас бесплатно мы ознакомимся, как регистрироваться и как применить промокод, чтобы получить вот это вознаграждение. Сайт называется partner.market.yandex.ru. И я вам сохраню в описании это название и промокод. Погнали, стать продавцом. Здесь ставим имя и продолжить. Название магазина можно придумать любой, но у меня сейчас идут ребята со шторами и тюлями, так и я называю. Шторы, тюли, ткани. Ставим, где город, в каком он находится. Позиции выбираем любые, неважно. И основная категория. Ну, у меня товары для дома. Сайта у нас нет. И промокод, который я вам оставлю. Вот такой. Я не робот. И зарегистрироваться. Здесь только для физических лиц. Да, здесь выбираем, каким способом будем отправлять. Мы можем выбрать ПБС. Ну, для нас удобно, что мы держим на складе, потому что у нас будет сразу же и для Озона, и для Яндекса заказы уходить. И держать на складах пока нелогично. В дальнейшем, да, когда у нас будет хороший оборот, можно будет отправлять на склады. Так что выбираем ФБС, выбираем договор частоты выплат. Вносим свой ННН. Выбирается налоговый режим, упрощенка, доход, расчетный счет заполняется. Все заполнили, все галочки где стоят, и отправляем. Вот у вас будет 1000 бонусов. Необходимо будет заполнить товары. Они также будут прогружаться с Озона, так как на Озоне вы уже создали товары. И сюда они будут автоматически загружаться. Это тоже все рассказывается на моих уроках. Как это все делается? Несложно. Настраивайте склад. Ну, это уже такие дополнительные вещи. Для начала вам хватит и этого. Вы уже сможете добавить товар и уже работать спокойно на Яндексе и на нем зарабатывать хорошие денежки. Часто берем людей, которые просто умеют производить, но не умеют продавать. И мы их разгоняем. То, что и вам тоже советую, можете сделать. Если у вас есть знакомые, которые производят, им некогда заниматься продажами, вы можете им в этом помочь, запустить их бизнес своими руками. А мы уже поможем вам раскрутить этот бизнес. Потому что у нас есть все механизмы, как быстро поднять любой товар. Если, конечно, он конкурентоспособен, потому что бывают товары, которые по цене не проходит. Опять же, об этом мы все рассказываем на наших уроках. Советую их пройти, они недорого стоят, но знание вам будет колоссальное, и вы спокойно можете развиваться. Либо свой бизнес, либо чей-то еще бизнес в этой структуре. Так что пишите, все ссылки будут в описании, как нас найти, где найти, и также изучить информацию про то, как начать зарабатывать на Озоне и на Яндексе прямо в первый день. Так что увидимся в следующем видео. Пока!